принципе, игра равная была, с взаимными шансами на успех. С учетом того, что мы схему тактическую немножко поменяли на игру, новый вариант схемы. И с учетом, что мы первую игру вообще вышли первый раз в этом году на естественный газон. Считаю, что результат закономерен, и качество игры соответствует уровню готовности. Пока мы еще не в оптимальной форме находимся, но на этом этапе и не должны мы. Наша задача — подвести команду к 8-му числу.